Человек, который смог бы претендовать на должность так называемого политического вице-губернатора края, на данный момент она все еще вакантна, должен быть опытным, желающим понять и постичь, готовым работать по 22 часа в сутки. Так считает Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства края, руководитель администрации губернатора и правительства. Он не исключает возможности занять эту должность, если такое предложение поступит. Таким был его ответ журналистам в рамках пресс-конференции. Карьера моя вся в основном связана со службой, да? А нам, служилым людям, у нас нет вариантов раздумывать. Сказано, берешь лямку и тянешь. Пока стратегические решения, касающиеся внутренней политики региона, принимает сам губернатор, отметил Снесарь. Частью дел Виталий Владимирович продолжает заниматься, как он сказал, по инерции. Именно инерция порой мешает, по его мнению, перестроить свою работу многим членам правительства края, в том числе в рамках заседаний. От нас Виктор Петрович требует несколько другого. Он просит нас, чтобы мы были готовы отстаивать свою точку зрения, вносить предложения и изменения уже по ходу изложения основного вопроса докладчика, потому что это общение, это должна быть живая такая материя, которая вот создается здесь и сейчас. Что касается работы со СМИ, то правительство намерено быть более открытым, тем более после того, как Виктор Томенко завел страничку в Инстаграм. Виталий Снесарь уверен, что многие члены правительства последуют примеру губернатора. У самого Снесаря, к слову, есть странички практически во всех социальных сетях.